Как известно, интерес к будущей профессии зачастую берет свое начало в школьные годы. В благодатном Краснодарском крае, где есть высокоразвитое сельскохозяйственное производство, аграрные профессии уважаемы и востребованы. И наши славянские ребята, уже в школьные годы интересующиеся сельским хозяйством, имеют отличные возможности для развития. Летний лагерь труда и отдыха «Агрошкола» на базе станции юных натуралистов Центра дополнительного образования работает уже не первый год. Учащиеся постигают агрохимию, растениеводство, земледелие, почвоведение, мелиорацию, работают на учебно-опытном участке, борются с сорняками, поливают, рыхлят почву. Словом, они не только углубленно изучают теорию, но и на практике закрепляют материал. Лабораторные работы, очень много практических занятий на нашем овощном отделе нашего участка, в дендрарии, на цветочно-декоративном участке. Вот в этом году у нас еще новое такое открытие мы сделали. Мы высадили сливовый сад, закладку произвели сливового сада. Также у нас очень много экскурсий на предприятия, ребята знакомятся с производством. Под руководством опытных педагогов, таких как Николай Дадонов, ребята осваивают тонкости земледелия. Им приятно выращивать отборные овощи, которые отвечают высоким требованиям. Самое главное, им очень нравится все, что связано с аграрной наукой и практикой. Просто душа лежит заниматься именно с природой. Видеть, как оно все растет, шевелится, движется, по-своему живет. Мы искренне хотим защитить нашу планету, поэтому мы учимся сейчас. Может, в дальнейшем нам, конечно же, это пригодится. Дальше мы будем использовать данные знания. Каждый день в летней агрошколе для ребят примечателен новыми знаниями и открытиями, пусть и небольшими, но очень важными для них, будущих специалистов-аграриев. Здесь весьма интересно, новые люди, как я уже сказал ранее. Также мы занимаемся выращиванием различных растений, ставим различные опыты, опять-таки, с растениями. Мы выращивали уже, у нас был проект по агроэкологии, мы выращивали морковь. У нас были эксперименты по выращиванию моркови, салата и других овощных культур. И благодаря общим усилиям практически все они удавались. Мы экспериментировали с различными подкормками, удобрениями. Также мы экспериментировали с условиями выращивания, с климатическими условиями, в том числе и влажностью, температурой и так далее. Дни, проведенные в агрошколе, полезны для ребят и запомнятся им надолго. Увлеченность нужным делом не только помогает в учебе, но и содействует осознанному и более точному выбору профессии, овладев которой будущие специалисты, агрономы, ветеринары, животноводы и ландшафтные дизайнеры смогут приносить большую пользу району и всему краю. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».